Установка бесконтактной SNP Chaining System на бесчиповое МФУ Epson XP4100. Важно! Не включайте бесчиповый принтер до установки расходных материалов. Поставьте BSNPC возле устройства. Откройте блок сканера. Установите в каретку картриджи SNPC строго вертикально. Не наклоняйте его в стороны. Аккуратно нажмите на картриджи и защелкните каждый фиксатор. Убедитесь, что они хорошо зафиксированы. Установите на корпус устройства удлиненную планку, приклеив ее на внутренней части держателя панели управления. Двухстороннюю клипсу прикрепите на наружную боковую часть корпуса ближе к верхнему краю. Закрепите чернильный шлейф на планке. Передвиньте каретку в крайний правый угол и отрегулируйте длину шлейфа. Извлеките маленькие заглушки на резервуаре SNPC и вставьте их в специальное отверстие. Подключите МФУ к электросети и включите его. На дисплее будет предложен выбор языка и региона. Далее начнется прокачка чернил, которая займет примерно 5 минут. После ее завершения можно начинать пользоваться устройством. Важно! Доноры SNPC должны стоять на одном уровне с устройством, не ниже и не выше. Приятной печати!